если машина просыпается, наехать прямо никак не хочется. Самое интересное, что не потребовали пропуск, да? Заезжая на машину. Вот это есть сухие грязь, болото, лужи. Так, заканчиваем наш тест-драйв. Arma Fury, BLX. Ну, вроде все целое, что, в принципе, не удивительно для Arma. Не первый автомобиль. Ну, ждите дальнейшие обзоры. 3S. Супер.